Привет, YouTube, привет, подписчики, гости моего канала. Немножечко пообсуждали мы мою виброплиту у меня на канале, в WhatsApp, в группе. Вот, и начали мы сомневаться, будет ли она держать двигатель, не будут ли подушки проседать. Вот, и поэтому решил я сделать, как говорится, небольшой тест. Буду мерить таким штангелем китайским, тут хоть какие-то цифры есть. Сначала будет сделано 9 замеров. Вот, плита пустая, замеряю с 4 сторон. Потом будет 8 замеров других. Буду подкидывать килограммы. Вот у меня 2 наковальни. Вот 5 вот таких вот штук, которые соединяют рельсы. И еще одна вот такая вот болваночка. Она 60 сантиметров. Труба, это значит толстостенная, 2-сантиметровая или 20 миллиметров, если кому как нравится. Забитая арматурой полностью, обрезками, и заварена с двух сторон. Вес ее 58,5 килограмм. Короче, на эту плиту будет нагружено 199 900, ну, без 100 грамм, 200 килограмм. И заодно посмотрю, проверю, насколько качественно я сварил раму, каркас. И если это все дело выдержит, 10-м будет у нас тест-драйв, как говорится, на вибрацию. Поставлю сюда вот тот движочек, заведу, ну и посмотрю, как, покажу, как это все дело гасит вибрацию. Ну что, интересно? Погнали мерить. Итак, мужики, вот все-таки разложили, установили. Как-то так получилось. Общим весом получилось у нас 199 900. Сейчас я эти все циферки подобью. Вот можете посмотреть, как это все дело изменялось. Параметры, насколько точно этот штангель, я не знаю. Он то прыгает, то туда, то сюда. Но видно, что все это пошло на уменьшение. Понятное дело. Сейчас мы это все посчитаем и посмотрим. От 0 до 200, насколько просели подушки. Снимал я это все вот на экшен. Поэтому считаем. Ну ничего, рама вроде не трещала. Держит. Это уже меня радует. Итак, мужики, посчитал я все. Это все происходило на... Значит, подушки были разобраны, как я говорил. Оттуда была убрана вот эта вот пружина со вставкой. То есть чисто только на одной резине. Значит, получилось у меня следующее. Сейчас в тенечек зайду. Вот они, расчеты все. Все это вычел.
получилась вот такая вот цифра у меня. Все это сложил, разделил на 4, и получилось 1 миллиметр 98 сотых. Ну, короче, сумма-то у нас вот какая была, килограмм. Получается, что на 100 килограмм просадка идет плиты 1 миллиметр. На 200 2 миллиметра. Всего-навсего. Поэтому считаю, что мотор весом в 30 килограмм с лишним просадка будет на какие-то сотые. Ну а сейчас поставлю мотор и тест-драйв на вибрацию. Итак, мотор я установил. Сейчас его заведу, немножко будет шумно, но видно в качестве испытуемого, да, и чтобы увидеть все эти вибрации, будем использовать стакан с водой. Сначала я пройду по кузову, потом будем смотреть это на плите. Сейчас попробую завести еще его. Впрочем, вы все это сами только что посмотрели. Доволен я вот этой вот своей задумочкой. Все-таки не зря я ее поставил. Вот так. Ну, в принципе, на этом все. Пока. Всем удачи. Заходите в гости в группу WhatsApp. Ссылочка в описании. Пока.